В Московской области продолжается реализация программы по ремонту почтовых отделений. Обновленные помещения будут полностью соответствовать единому корпоративному стилю Почты России. В Одинцовском округе необходимо провести ремонт 26 отделений. Из них в этом году должны отремонтировать 12, в том числе до конца августа 3 офиса Почты России, находящиеся в муниципальной собственности. В апреле открылся обновленный почтовый офис в поселке Усово-Тупик. Продолжаются работы в отделении Почты России городка 17.